Мне уже сразу играется, я могу сказать только... А чё? А у меня соса не... А почему у меня соса едет? Раз, два, три, четыре, пять, шесть... Седьмой... А, один лишний, подождите. Один лишний, походу. Я останавливаю его. Ну, в смысле, у тебя шесть человек. Не, подожди, стоп. Раз, два, три, четыре, пять... А, ну да, шесть, правильно. Я... все, сорян. Поехали. Я... Я просто, да, я... Стандартно. Тут ты все смуту наводишь. Себя посчитал. По-любому. Меня еще в этой игре бесит, вот ты, твой гонщик где-то вечно теряется. Ну это да, это классика. Вот и... У меня вот вопрос, а почему все по трое пытаются в отряд выезжать? А это как-то так... Не знаю. Не, ну кстати, да, FPS прибавился, когда поставили чуть меньше. У меня сейчас прям картинка такая плавная, без всяких этих... Нихера там едут ребятки. Ну ладно, я их подожду. Просто пол пилотона в отрыве. Вот и я об этом же. Но по сути это этап такой, он проходной. А кто тут уехал? Дыма, верва, батистела. А как так вышло, что у меня толпа моя уехала? Я что-то сейчас пропустил момент. Может, кого-то это поставил на... У меня темп обычный, типа. Я не сильно тут прибавлял. Я просто еду на этом, как его? На effort курсор. Ну, так ты поставил... О, у меня тут начинается выпадание. Так, надо, чтобы Кюнг меня довозил. Опа. Знаешь, вот мне нравится, вот все уехали, можно в отрыве не работать просто, потому что ты один всего лишь, блядь, среди кучи пилотона. Просто на халяве сидеть. Среди всех команд, только у которых по три человека там. Да, просто берешь, опа, у меня... А я тут сам... Я уже своих начал догонять случайно. Что там? Агап дисконнект. Ждем Агапа. Блин, почему вот у Лафилиппа такие говёные статы? У меня тоже как... А ведь когда-то, а вот в наше время... Я статы Фабио Якобсона посмотрел, тут все тоже печально вообще во всем, кроме спринта и акселерейшн. Это прям вообще... Не, ну по сути, кстати... У него еле-еле флэт 72... Брусчат 1, даунхилл 72 и рекавери 70, все остальное еще ниже. Это, конечно, да. Так. Походу вылет сейчас будет у меня.
Так, Я правильно Intel понимаю, в Tools. отрыве почти все команды есть, да, кроме меня? Ну, вообще, Эндрю Уолкера нету, и этого, и все, и Олкапа. Ничего. Но все главное. Нет, ты обращай внимание, про когда. Ну, все лидеры в группе сидят, если что. В этом прикол. Это так, ребятки уехали чисто. Ну, чтобы. Так, Ивенпул есть, Алмейда, Ну, все же говорю, они все в группе сидят. Спидмоса. Я просто посмотрел капитанов вообще, что тут, потому что я до этого как-то даже не чекнул. Просто мне смысла отправлять нет, у меня Бильбао минус один, и практически у Кюнга только плюс один, и у меня вот у кого я отправил отрыв, у него тоже плюс один. Все, у остальных все к минус. Прямо вообще. Поэтому все сегодня у меня остальные сидят. Кюнг работает на этого, на Бильбао. И, в принципе, и так сойдет. Ну, нормально. У меня тут два итальянца возле Сапокуса будут. Или Цари Тибери. Блин, Пелицари, кстати, оказывается, второстепенные статы по умолчанию довольно-таки говенные. Ага, пришел. Сапокуса резистанс 68. Охренеть. Ну, это я, кстати, слушай, я на него тоже посмотрел, когда команду выбирал. Ну, и я выбирал, думал, типа, брать кого-то с разделкой или взять все-таки Куса. Ну, у него 72, конечно, но все равно не предел мечтаний. Ну, Я думал, космос либо борде. Герейнта Томаса, либо Куса. Так там еще Тао Грин Харт был. Но когда я выбирал, уже не было. Странненько. Но я Там выбирал еще. был Барде, Энрик Мас, еще кто-то, по-моему, то ли Ланда, то ли кто, не помню. Короче, там человек 5 было. Я Просто надеюсь, на этом этапе будет довольно большой промежуток по времени, в который вписывается отстающий. А то я да. чувствую, Биссегер такими темпами мне первым отлетит. А чё так думаешь? Ну, у него минус... Не, ну, минус один-то ладно, но просто он больше всего работает. Вот с начала гонки, грубо говоря, он в основном. У тебя француз сейчас вроде первый. Ну да, но я вот сейчас делаю этот смену, чтобы Биссегер тоже чуть отдыхал. А то иначе он бы уже, по-моему, умер. 30-40 минут, сказала Агап, лимит времени. Ну, в принципе, думаю, Биссегер нормально впишется. Там тоже финальная горка, сколько там километров? 8, да, Да, по-моему. она Там вообще лимит ходовая. большие горки. Нормально, Она да. ходовая, она 5 ее максимум. пролетят быстро. Ну да. Ну, я сегодня вот когда, типа, просто ездил против ботов, у меня получается там у капитана даже, ну не половина сил оставалось, а что-то типа третий, что ли, ну, уже на финише подъема. Ну да, именно желтая полоска, которая... Не, ну все-таки неплохо, что я взял вот этого француза, потому что я увидел бар 79, и у него статы, понимаешь? У него спринт и... Не спринт, а acceleration у него 40-71, это неплохое. Это чисто именно под отрывы. А, у тебя этот Герин. Да. Ну да, кстати, статы такие для отрыва неплохие у него, я смотрю сейчас. И флайт у него 70, то есть горки неплохие, хилы. И когда плюсы, тоже неплохо. Ага, пришел, ну его нафиг. А, ну тут, кстати, у Гоги О'Коннор, но это вроде как помощник Алмейда. Да, помощник. В теории. Нормально вы так, ребята, херачите. У меня это майн тайм позишн уже красным горит.
Ну, тут, кстати, будут бороться за это, за спринт, потому что у нас тут Трентин, у нас тут еще Лейленс. Еще есть Тойвин, если за спринт. Дегент. Блин, ну у Дегента что-то статы, ну вообще. Его как-то обделили вообще статами. Ну вообще да, Дегент стоим, в принципе. Не, ну я Гурина не буду тратить, я его чисто, знаешь, поставлю на колесо, пускай там сами разбираются, потому что... Там горка в основном будет, наверное. Мид. Интересный персонаж. Слегка ухудшенный Хирша. Я помню, у меня когда-то швейцарец вот этот был, который я никак не мог выговаривать. Это такой, который сейчас в Гугле, у меня это швейцарец был в команде. А Демарчи, кстати, никогда... Демарки никогда толком не был топом. Хотя гонялся в Канондейл, я помню. Но он вечно в отрывах был, я сколько помню, когда Велоспорт смотрел. Там какая-нибудь Джиро ди Италия идет, все, Демарки там на всех этапах в отрыве будет. Но у нее... В принципе, Томас де Гент такой же был до него еще. Но Дегент у него, кстати, бывало, он его в одну харю даже в отрывок доезжал. Ну, он в свое время, да, он очень мощный был. Он же на Джиро на подиум заехал в какой-то год после Родригеса был на подиуме, я помню. Да. За счет отрыва как раз кажется. И я помню одного бельгийца, который тоже вроде подавал хорошие надежды, но он вроде упал на Тур де Франс. Там прям видно, что он там что-то рукой показывает, и потом хренак он уже это падает. Я забыл его фамилию. Но это был именно горняк. Хороший. То у него горы были в игре 80, а хил 79. О, это кто такой? Да вот, нет, это я уже не помню просто. А вот что это... у вас в отрыве произошло? То, что там что-то как-то этот... Ну, странно ага, все просто... выглядит. Это Ага пришел взять технику ботов. В атаку уйти. Да. Не, ну это техника ботов. Знаешь, когда никто, типа, если ты сидишь на смене, просто боты берут, нажимают атаку и все уезжают. Продергал немножко Агап. А, тут уже развоз. Тут уже развоз пошел, да. Развоз уже пошел. Да я вот вперед переключился сейчас посмотреть, что там происходит. Я чисто не знаю, я Трентину на колесо сел, потому что не хочу выпадать после спринта. Но мне кажется, что это фатальная ошибка будет. Не, ну я у Трентина не буду подрезать, потому что смысл. Так, Трентин выходит. Все, я вот бросил. Блять, это чё вот бред? О'Коннор, реально? Не-не-не, Петерс. О'Коннор второго, Трентин третий. Я нажимаю, короче, вот у меня задний гонщик, то есть я одним разгоняю, потом нажимаю вторым спринтовать, второй сидеть. Он сидит, как ни в чем не бывало. Ему типа не проехать вперед, через рядом своего не объехать. И какой раз такая ерунда? Такой бред, это вообще какой-то. Хоть не разгоняй никого.
Все весело будет немножко. Но Кюнг эту горку переживет, у него плюс 3 везде. Я думаю. Я в плане того, что типа, как если он будет прикрывать этого Бильбао. У кого-то один отпал, а у Эндрю упал. Фэргос. Да, у меня сейчас тоже уже Якобсон отлетит, Биссегер скоро отлетит. Потому что кроме меня в Филатоне никто и не работает. Ну, только Фэргос пару смен дал и все. За комп области надавай. Блин, догнали. Я не понял, как в итоге это было поймано. У меня было ощущение, когда там 2 плюс минуты было 10 километров назад, то, что нормально отъехали и в гору только увеличите преимущество. Потому что Эндрю начал работать, а мы прекратили. Ну, типа, Агап перестал тянуть. Блин, как сквозь поезда невозможно просто никуда проехать, это пиздец. Вот не хватает, знаешь, есть такая штука, называется это, когда в одиночке в карьере едешь, там типа есть такое умение. Да, 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 да. Я помню, нажимаешь и просто сквозь группу всё. Да. Почему здесь её нельзя вести? ТТГ в гору. Все, у меня уже минус 3. Да. У меня конкурсы терпят. Ну, потому что, блядь, я просто весь отрыв я догоню. Пизду, наверное, на следующих этапах ничего такого делать не буду. Ну, все, меня затерли, блядь. Вот, блядь, пиздец, нахуй. Еще и Ван Пул разда... Ёп! Блядь. Называется, захотел я в отрыв, значит, этого уехать и взять горную майку. Ну-ну. Писец просто какой-то. У тебя вообще гонщиков не осталось. Хаггинс, Биссингер, Якобсон. О, пошла жара. Вот хорошо, когда спринтера, короче.
Отправляешь за водой и все. Не, ну Таня что-то такое творит. Это... Так, все, поздновато уехали. Трентин и Петерс, они двужильные, что ли? Я не пойму. Какой Запасные, рулон же? запасные легкие есть у чуваков, что можно сказать. Опа, у меня ребята в отрыв уехали. Ага, погода выиграл. Выиграл, походу, спринт агап. Чисто на изичах просто. Это я потому что бросил рупу вести. У кого-то, кстати, у кого там выпали, ребята? Бред, короче, бред. Полный бред. Да, думаешь? Конечно. 100%. Господи, в гору такие поезда, что за бред? Ну да. Все едут поездами, это какой-то кошмар. Я люблю тебя, игра. Да, повезет, если Кюнг еще довезет. Блять. Еще если Кюнг доживет. Да блять, ну походу Кюнг доживет. Соса поехал, блядь. Надо перемещать его. Нет, не стоит. Блять, поставь. Ну ебаный рот. Ай, господи, какая же херня. Какая же херня. Боже мой. Блять, ладно, поехали.
Ну, Шахмат. 73 Да, блин. горы. Шахмат, Короче. 73. О-о-о. Просто кайф. Но у меня цель была просто не высохнуть из этой группы, и все, блин. Блин. Давай, что, Не, ну горный у меня этап, кинг да, вообще. сразу чувствуется. Я тут одна гора вообще, в принципе. Ну и такая, как бы, не до гора, я бы сказал. Просто я понял, что я вообще вряд ли У меня выберусь из этого, бисегер из в этого гору всего. У лучше, меня... чем грегуар поднимается. Это что такое? Ой. Я просто сегодня Я... решил, ну как бы, знаешь, если я поехал бороться, у меня сегодня плюса не было, чтобы бороться. Я решил сегодня просто в общей пачке финишнуть и все. В принципе, Ну, у что я и меня вот, сделал, к он 90 сожалению, лет. укуса 0, а у этого, у Пелицари, блин, плюс 3. Вот бы их поменять местами. Ой. Видите, и Пелицарь я почти заехал. О, разрыв дали по 13 человекам. Ну, Блин, кстати, это сюда сколько? разрыв дали внезапно. Хотя там Командный показывал на разрыв. финише 25 Минута. человек, типа группа. Минута, какой... Бля, все, видите, нахер, какая минута, вы что гоните? У меня, я в общей пачке приехал. Какая в жопу минута? О, разделка. Стоять. О, вот это самое... Вы сейчас просто будете ржать, ребята, я говорю. Вы так будете ржать? Если вас этот чувак обгонит... Сейчас я вначале охренею, когда трое моих подряд будут стартовать каждые 2 секунды. Вот это, кстати, да, вот почему я бы топил за ботов, потому что с ботами не было такого рискового перехода. Ну, я когда вот первый раз поехал на той неделе, я охренел, то, что я просто не успеваю переключаться между гонщиками даже, чтобы менять им темп. Это нормально, это накатом придет. Но мне Бильбао подвел, конечно. Я расстроен. А он у тебя сколько проиграл? Да он нисколько не проиграл. Он 20-й. Он вообще пачки финишнул все равно. Хотя не пока что у меня типа минута. Ну, это же бред реально, господи. Я же что, я что, зря берег красную специально, чтобы финишнуть, чтобы все равно в группе там хотя после в хвосте как бы остаться. Ну, на финише показывало, типа, 25 человек пилотон заехал. Ну так и Но в я в итоге этом. разрывы дали. Гог, Рома, Ром. Ну это же бред. Что случилось? Ну, блин, а почему разрыв дали, если я в общей пачке финишнул, как бы. А ты на каком месте? Ну, я на 19-20 у меня Бильбао заехал, как бы. Там же Ну там, разрывов нет. по-моему, все равно разрывы были. Ну, хер его знает, да, посмотрим просто. Вроде, не, ну вроде до этого, как он, до моего француза там я поступал. А, ну вот, да. Соса 31 и Бильбао. Ну, 31. Да А ни тут, хера короче, себе, какие... нифига не по генералу, а так. Блин, Жопа как... он у нас родился. А почему Соса 31? За что? Стоп, у меня тибериф. А что здесь, разделки не по генералке, Да. да? Ты только что Не, сказали не. же. Они тоже сломали все в Вот онлайне. этот поворот. Ну, с другой стороны, удобно, у тебя равномерно они. У меня сейчас Такой. вот первый Тибери будет А у меня вторым Ворон сразу Скол. стартовать. А, блин, понятно. У меня Кюнг самый последний стартует. Ну, блин. У меня Да. Куз. У тебя Тибери. Интересно, сколько у Ворон Скол? Да, кстати, у меня здесь... Но с ботами у него был плюс. У меня Тибери, по-моему... это он на нуле, но у него статы в плюсе все равно. О, вот это наша тема.
Апелляция 63, разделка, ясно, понятно. Лососы плюс 2. Вообще, вообще. Я даже, ну, я у него даже там не разделка уехать. 60, по-моему. Я, да? За такое. Я за него даже ехать не буду, пускай он сам едет. Грамотное решение. Да-да. Я, в принципе, также за Якобсона, пожалуй, сделаю. Бля, ну, в принципе, что я и говорил, блин. Гури на минут два, пускай сам едет, блядь. Блин, я уже я не успел на Грегуара переключиться на его старте. А, Бильбао стартанул, блядь, не успел, не успел. Бильбао. О, Аня, хуйня. Блин, Бисекер минус один, как назло. Бля, у меня еще Берхи стартует. Да ё-моё. Ну, кстати, это там будет... Ну, не, не ТТшка, наверное, скорее всего. Бля. У Бильбао нули, но я просрал немножко момент. Плохо. Мне кажется, я плохо за Бильбао проеду, ребята. Я уже, мне кажется, даже слил. Ну, я также с Бисегером. Да не, он Бильбао как генеральщик, но мне кажется, он пипец. Не понял. У Кюнга минус один. Ну все, ребята. Я завязываю. Узелок. У меня у Винпула минус два. Че ты расстраиваешься? Агап, это ты? А, нет, это... Лаки? Нет, не угадал. Ладно, Мишаня. Угадал. Срань. А, шестой. Ну ладно. Кюнг 28, все, ребята, это капец. Это ну, у меня Бисегер 14, кайф вообще. Нахер я его сюда привез. Ну, Кюнгу чисто надо было для страны. Потому что думал, что он должен плюс словить, а он словил минус. И чё, и чё, и нихера. Эван Пул, на, ну нахер, бля, 5 секунд проигрывает. Я где-то, кстати, Алмейда первый. Алмейда, походу, сейчас выиграет. Да. И Эван Пул. Я восьмой, охренеть просто, блин. Ну, у меня не минус три, потому что... Ой, минус два, пацаны, блин. Третий, пятый. И все равно, и все, и все равно разрывы никак не поменялись. Ну, как сказать? У меня минус девять у Сапокуса, например. Да у меня еще все еще хуже стало, мне кажется. То, что у меня этот Бильбао там заехал в первую десятку, все равно ничего не помогло. По генералу Бильбао 14. Что-то мне не везет, короче, с этой
С РДСом. Может, сейчас повезет. О, вот это, кстати, этап интересный. Очень интересный. У меня, кстати, вот на первой горе уже пиздец был. Ну, у меня, как всегда, последнее место будет, в принципе. Ведь было 52-52 секунды. Все пиздец это, блядь, это слитая гонка. Вот их как знал. Мне вот интересно, а как вот этот этап может быть менее горным? Типа это Medium Mountain, а первый этап это Mountain. Я тебе говорю, вот вы когда зайдете, обратите внимание на первую гору, первый горный финиш. Просто посмотрите, что там за гора будет. Да я это помню, я вот проезжал 2 часа назад. Это. Тут не очень крутой, видимо, уклон. Не, ну первая... финальный-то да, там есть типа выполаживание. Но... Ну а первая на 7 километров всего. Но тут получается хотя бы 3 подъема таких прям мощных сравнительно. А на первом этапе, ну, грубо говоря, полтора. И то даже с трудом можно сказать, что полтора. А у нас из классик вообще ничего не осталось, да? Или будут какие-то классики, или все проехали? Я сейчас, знаешь, Дима, что думаю? Я думаю, вот зря взял Тао Гринхарта, потому что если бы у меня сейчас Тао Гринхарт, я бы хоть каким-то там, ну, конкурентоспособным быть, а сейчас что? Ну, я глядя на своего Сапокуса, такого же мнения теперь. Что, так ты все равно приехал. Ты видишь, где ты заехал на первом этапе? Ты еще конкурентоспособный вполне. Это мне вот пришлось ну, играть от обороны. Ну, ладно, он на разделках все теряет. А то, что я в Мебельбау заехал там, да. Ну, я не знаю, кому там опередил. У меня, короче, я кстати, не понял, почему под... Лучше. Что? Я помню, мне целую тур Де Франс просто не везло. У меня просто уран постоянно минуса ловил. И только когда я там с Агапом уехал в отрыв, я был второй. Только тогда мне повезло один раз. У него было плюс 2. Если это, конечно, это или Агап был. Или Лаки, я уже не помню. Все, ребят. Я пошел. Бильбао минус 3. Че, серьезно? Настолько все да. Печально. Вообще пиздец, ну, все. У меня минус 1 почти у всей команды. Кайф. Че на старте такое, блядь, происходит? И что это по... Ну и как... Ну ёперный, блядь. Ну просто взяли, затерли. Ну вот взять, просто затереть, понимаете? Вот. О, поехали. А теперь поехали. Ага, пошел разваливать. Ой, блядь, а просто я не могу с этой игры. Сука. У меня то же самое. Вот у меня человек... просто они остались внизу из-за того, что, блядь, ебаные поезда начались, когда в эту горку они просто внизу остались. Кайф. Но у меня вся толпа. Только у меня то же самое. Что, ждать тебя или как? Ну, блин, я стараюсь доехать. Давай подожди, догоним вместе. Блин, Пелицари 66 флет, ну кайф. Давай. Ладно, Тибери, давай. Все, поехали. Ну, давай. Я поставил это ворона, короче, и Кюнга. Все, сейчас поехали. Насколько ставим, я не знаю. Ну, давай, ну, на 88 хотя бы.
Я примерно так, да, поставил. Я, конечно, могу ушатать Кюнга просто, у него плюс 2, но мы сейчас, в принципе, и так довольны, мы думаем. Я сейчас Биссегера верну, он хотя бы с флетом. Я не хочу сейчас Тибери ушатать. А этого спринт... Ну, я не... Давай еще на инфинити, совсем динозавр, короче, сейчас это... Я сейчас все ушатаю просто по полной. Ага, короче, нас... Давай, я Якоб, блин. Я чуть-чуть поменьше поставлю, потому что... Главное, я бы доход... Ставил. До 88. Мне вот сейчас тоже 88 пока сделал. А то у меня тоже сдохнут так быстро и Якобсон, и Биссегер. Ну, тебе, ну ты Якобсона можешь вообще принести, что он вся бурку отстанет. А би... Ну это да. Ладно, сейчас... Ну, Якобсон у меня уже, уже желтая, типа, почти этот. Сейчас кончится через минуту, наверное. Если у нас получится, по крайней мере, дотянуть к Кюнгам. Сейчас горка начнется, сейчас я... Все, я подбросил чуть-чуть. Ставь горняка какого-нибудь. Есть горняк? Ну, у меня Тибери уже пол силы проебал просто. Сейчас в Пелицаре попробуем. Блядь, он колесо теряет. Биссегер, ну, главное, я... доехал, чтоб ты понимал. Ну, мне сейчас придется... Значит, Бильбао придется ставить вообще пиздец. Пиздец, что творится, блядь. Он же Бильбао хотя бы, блядь, переместить на колесо кому-то. Ладно, отставай. Ну, про все, это ГБЛа. Ну да. Все. У меня Кюнку. Да это писец просто какой-то. Ну, Грегуар, давай, тащи теперь. Моих инвалидов, которые все без сил. Значит, что творится просто? Бля, еще и бельба. Бля, пиздец, нахуй. Все. Ну, у меня просто никого из гонщиков не осталось. Я уже могу, по-моему, не ехать даже в эту гонку. Да, я могу тоже. У меня бельбау все. У меня бельбау все закончилось. Он вылетел у тебя уже? Да, у меня все. Все, я закончил. А, вижу, вижу, да. Вот он в Пелицаре моим едет. Все, он гонку закончил. Блять, я даже... Не поверишь, но мои Грегуар и Куз до сих пор держатся. На последних силах. Да, у меня же вся команда вылетела, может. Я могу сказать. Все. Может, даже не даже. У меня у Грегуара чуть больше, чем у Куза. И типа только вот Google, наверное, завершал, и все на это. Надо восстанавливаться хоть как-то. Бля, Мэнс просто... Я бы бельбисе до этого, потому что все равно это все.
Я хочу сказать, меня эти поезда уже чисто бесят. Ну, понимаю. Прекрасно понимаю. Надо запрещать эти уже поезда, честно. Они уже как бы... Ну, блядь, тут камон. Затиры, блин. Из-за того, что в горку все поездами заехали. Пока я смотрел, что у меня в отрыве. Кайф. Блин, мой бедный инвалид Фабио Якобсон только-только в гору карабкается в конце. По-моему, его у меня не будет на спринтерском этапе. Мне уже бороться не за что просто. У меня, вот, наговорю, Бильбао минус 3. Это прям, знаешь... Это финиш, да. Мне уже просто остается ехать чисто ехать, знаешь. Но я хотя вот группу вижу впереди. Ну, ты видишь, но боюсь, что ты не догонишь ее. Но у Раба тут Алафилипп выпал. Мне больше, знаешь, что нравится, блин? Понатягивали, все, группа остановилась, блядь. Ну да, да. Ты когда к горке подъедешь, я тебе могу пелицари помочь. Посмотрим, блин. Скажешь, если что, у него чуть-чуть силы хоть восстанавливаются сейчас. Может, я еще... Да, надо было Кюнга туда перекидывать, мне кажется. Но Кюнг далеко был. Не, ну слушай, учитывая, что группка вроде едет медленно, мало ли, чудом догонишь. Хотя не, я что-то так смотрю по разрывам, вообще у тебя далеко. 2,5 минуты. А не так близко, но так, блин, далеко. Я могу сейчас просто сделать себе выстрел в ногу и поставить Бильбао, но я не могу это сделать, потому что... Ну, минута с чем-то. А, ну слушай, у тебя 2,5 минуты, но это у тебя от группы, у тебя до этого 3 было от отрыва. Сейчас поставлю соус, пускай работает. Мне кажется, у меня просто я неправильно выбор состава. Надо было, блин, Юнглиса оставлять, мне кажется. Вместо кого? Вместо, наверное, Берха. Ну, я так смотрю, мне тоже нафиг не нужен, по-моему, Якобсен и Биссегер по итогу. Ну вот у меня все, у меня Уганда у меня пошла далеко надолго. Блять, капец, пиздец. Ну все, я за генерала не борюсь больше. С таким минусом уже даже я не знаю. Вот опять, знаешь, вот.
Опа, Ивенпул выпал. Да ну. Ну, сейчас уже догнал чуть обратно. Ну, это, понимаю, без с одним помощником он остался. Самое противное то, что все отстают, и тебе приходится всех добирать, понимаешь? Не знаю. Не вижу. Не у меня. Бильбао вообще почти желтый не осталось. Да. И вообще почти нет. Я смотрю, у меня у Пелицари там, который рядом с ним тоже показывает так же. Вот это называется минус 3. Ну, тут шансов мало с таким минусом. Надо было делать так, чтобы Бильбао отстал от группы, пока я уже понял, что надо было делать. Надо было не отставать, когда поездами все встали, вот и все. Они бы силы сэкономили хотя бы. Нет, просто есть такая штука, когда начинает такая развязка, у тебя лидера минус 3, то иностранцы специально отстают. Для чего? Чтобы сэкономиться. Хигита выпил хейтер. 17 человек в группе осталось. Да-да. Драгуар и Кусма и до сих пор тут. А у тебя плюс у них, да? У Драгуара, да, у Куса нет. Мне кажется, если у Бильбао хотя бы 0 было, он бы выдержал бы эту всю херню. Не исключено, кстати. Мне просто, знаешь, мне даже ехать не хочется уже просто, блядь. Хочется просто выйти, блядь, я уже все.
Да, это писец, ребяточки. Кто-нибудь выходите на смену, я сейчас все уже другого раба сдаю. В группе 16 человек. Не Бильбао, все. У него он едет чисто на одной красной, блин. Я тебе говорю. Все настолько печально. Я тебе говорю, реально. Как это долбанная мораль, блядь, просто я не могу понять. Влияет на все. Ну, у тебя минус 3, ты перестаешь быть горняком вообще. Да, в этом прикол. У меня Грегуар все. Довез куса, насколько мог. Варенс Коут на 21-м километре. Давай, 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 кусом, кусом, поехал. Поехал. Да, у меня нет сил уже, ты чё? Нормально, ванпул. Бильбао на 7-м километре только, ёптерный балет. Вообще все печально. Ладно, пофиг уже. Но у меня Ворон Скотт вроде должен финишнуть, успеть. Мне интересно, успеет ли Фабио Якобсен. По-моему, нет. Если
46 минут, у него сейчас 41. Уже 42. Ну, все понятно, минус Якобсен. Просто бесполезный кусок дерьма, который я зря брал сюда. Да ладно, не все так плохо. Но он еще и на каждом этапе минуса ловит, ну это вообще пиздец просто. О, у меня Ворон Скотт вроде... Ай-яй-яй, походу нет. Походу не. Или да, или нет. Да вроде да. Нет, да, успевает. Ну, почти, я бы сказал, там вложился. А у тебя не... А подожди, я, может быть, вложился? Не уложится. Блин. Жалко. Сейчас бы на спринтерском был бы этим, как конкурентом, реально. Так, ну это слитая гонка, можно сказать, можно заканчивать уже. Ну что там, один час. Я уже самый последний. Это... Вот что значит моральное. Надо было сюда брать этого. Было сюда брать кого-то. Так все у нас, в принципе, спринтерский этап и все на этом. Да. Короче, я не вы... Из-за разделки, из минус 2 на разделке, короче, я все проиграл. Ты все проиграл? А надеялся как раз, что на разделке-то я буду в плюсе. Не, это ты все проиграл. А как тебе на вот этом на ответственном горном этапе минус 3? Перепало минус 3. Сука, вообще пиздец. У меня вот дизмораль такую словил, капец. Я не думал, что все плохо будет. Ну, как бы предполагал, но не думал. Если бы не минуса, ну я бы точно бы, наверное, бы где-то в районе группы был бы. Так это что такое равнинный этап, блин? Понятно, конечно. А, там еще финал, такая горочка будет. Немножко. Я сегодня, когда это играл против ботов, там вообще этот, как его, как выиграл. Я не знаю просто. Блин, ну нереально. У меня... Я не знаю, какой состав лучше брать. У меня все очень плохо. Ну, Коснефруа можно было, наверное, ставить. И это... И Юнгельса надо было поставить, или да, по-моему, блять. Бильбао здесь точно делать нечего.
Что у нас следующее будет? Миша. Что? Что будет следующим? Ты шаришь? Следующая гонка? Да. Сейчас скажу тебе точно. Дефине. А там что? Что-то холмы, горы. Слушай, ну там одна разделка, два холмиста такая, холмиста со спринтерским финишем. А угу. Четвертый этап горный, да. Ну тоже горы не длинные, но высокие. Ладно, будь тогда. Ладно, тогда поеду. Помощники вроде слабые у меня. Ну, то есть вообще не подбивал. Надо было себе в команду, блин, Гринхарта взять, и тогда было бы все плюс-минус нормально. По крайней мере, он бы оставался. Ну, либо вообще брать чисто. Чисто уже под генерал, блин, а не под спринты. Плохо, что ветров нету. Я не помню, что мы последний раз с ветрами. А, у меня в МПУ Алафилипп был, получается. Все по нулям. Так это нормально. У меня, судя по всему, у Грегуара тур Романдии — это его любимая гонка, я не пойму, что ли. У него плюсы на всех этапах. Плюс плюс один поймал, когда уже нафиг не надо. Да я Бильбао сейчас, знаете, 100% Бильбао сейчас плюс ловит. Я прям вангую. Ну, там вот этот, который тоже у меня вообще, он вообще... Ну, хотя спринт 71, блядь, ворон склад развозить. Ну-ка. Кюнг плюс 2, ну, кто бы сомневался. Любимая лунка Кюнга. Бильбао 0, Соса 0. И у спринтера минус 1. Ну, это не приговор, как вы сказали, да? В принципе, это не приговор.
Сегодня этап дружбы. Да, тут пику едешь, наверное. Кто-то пытается. Машину, бред, у тебя, Андрюха. Что там, Альмейда? Как это Альмейда поехал? Что такое за бедвод? Зачем ему? А чё Арно Демар уже куда-то этот отстал? Потому что так было задумано. Рома, Рома, капец. А все, он же не догонит ее. Ну, есть такое подозрение, да. И что-то смотрю, и... думаю, кто это мог отстать. Мне кажется, сейчас Лаки скажет, не, хер тебе, они не Демар. Демара, Демар. Все, группа пошла работать. Капец. Да не, ну, мне... я даже знаю, почему. Потому что Демар это... Отсюда по-любому играет. Ну а сейчас, пацаны, вы делаете... О, у нас тоже просед в группе появился. Вот сейчас вы делаете так, как я сделал, когда вы профинишировали. Вы даже Демару не даете в пачку вернуться. Минус один спринтер. Ты бы Варен Скиольда повыше поднял тоже. Да, не, он нормально сидит. Едешь. Да, он нормально сидит. Там, ну, Кюнг, если что, зацепится. Батистелла забирает горную премию. Ну, а вообще, кстати, еще, да. Здесь еще на промежутках не даются секунды, я смотрю. Ну, так последний этап, в смысле? Не, ну я имею в виду, вот, допустим, сейчас, если там кто-то мог бы попытаться как-то пару секунд отыграть. Ну, на финише зато есть. Ты так, Ля, реально, ты прям влял в ту контору, спалил, блин, это. Пока ты, пока не скажешь, что Демар выпал, Ля, группа все еще пытается. Ну, это капец, конечно. Ну, я думаю, все бы и без меня заметили, что там Демар выпал. Типа минус хороший спринтер получается. Лапорта нет-то, ё-моё. Взял бы еще Гога Лапорта, тогда вообще бы... А что досталось из спринтеров? Ван Вилдер, ну хейтер не спринтер. С каких пор Ван Вилдер спринтер? Я дико извиняюсь. Я его перепутал это с хейтером. У хейтера просто спринт 72. Но это все равно, спринта есть спринт, вот это прикол. Ну, кстати, развоз у Варен Скотта будет неплохой, я считаю. У всех как бы ускорение неплохое, и этот и флэт неплохой. А мы, слушайте, а мы... А, мы круги едем, короче. Раз, два, три, ну, там четыре. Финиш не по кругу, а типа он с круга съезжает куда-то. Четыре круга, да, и финиш куда-то в сторону. Ну, Рупа остановилась, в принципе, что у Ромы есть шанс догнать. Три минуты. Но у него не хватает, мне кажется, не хватит все равно. И плюс Демар еще вон работает, поэтому их знает уже. Мне кажется, сейчас с учетом то, что там дальше эти спринтерские промежутки есть, не дадут догнать, может быть. А, нет, вот сейчас могут догнать. Могут дать догнать. Я смотрю, что-то отставание резко сокращаться начало.
Ты поехал помогать Демару? А что мне остается делать, блин? Я все равно в гиле Ну, генерального. слушай, Соса, сплет 63, даже не знаю. Ну, Такой себе помощник, как будто. Это все равно лучше, чем ничего. Ну да. Просто чтобы Демар бы больше отдыхал, понимаешь, и все. А еще тут и Райхенбах, у которого 66 сплет, да. Все печально. У тебя вся команда выпала, держу в курсе. Я понял. И не только у тебя. А у меня кюнг шоу. А, подожди. Блин, я понял. У меня кюнг немного решил поиграться. Ой-ой-ой. У меня с кюнгом, блядь, что я делаю? Не, ну в принципе, что там, Рома? Кабель балла дорабатывает со своими минусами. У тебя Бильбао сегодня тоже минус поймал на этом этапе. А смысл? Я его простая, потому что у меня главное ворон с колда довести, а на Бильбао вообще пофиг. У меня Бильбао на... Ну. Ебать, что это за... А, сейчас спринтерская премия. Понял. Да. Поэтому мы не особо их догоним. Ой, Власов выпал. Ну то, что Власов выпал, это неплохо. Так, Кюнг, ты чего тут, что ты засиделся? Давай, дружище, дорабатывай. Вот таким способом мы уже догнали. Барон Скотт немножко совсем желтый потерял, совсем чуть-чуть. Но главное, что довезли, и мы еще, в принципе, могем. У нас Демар выпал. Ну, Демар выпал-то. Я мог ему дать кюнга, но у меня тогда разос был бы вообще не тот. Просто у меня всех нули, а ну, ушел-то ноль, а у Берха флет 67, но он минус один, как бы. Так, а кто у нас из спринтеров таких остался, бля, в пилотоне? Там, блядь, его вообще мышей не ловит. А так все сидят, блин. Ну, Гога делает правильно, потому что у него все спринтер. Все остальные-то отдыхают. Но нет смысла, он спускает. Блин, а неужели нельзя первого гонщика на Monte Position? Вы как бы на стрелках... Туда-сюда ты, господи.
Батистела, что опять заберет, да? Чему, а он что, забирал уже что-то? Ну, первую забрал. И все, и пожалуйста, сейчас этот... Бля, ну это жизнь. Блять. Вот как бы вас... Атака за атакой просто, бля. Это какой-то трэш. Пойди, Вагуган. Как есть уже. Все. Демар сдох, все сдохли. Гога, прости, я пытался. И потом, блядь, ёбаные поезда просто, блядь, я, блядь, уже не, я не могу просто, как это на 99, у меня кинг сидит и все равно выпадает, да что за ебала, блядь. Это ПЦМ-24. Ебала просто, помойка, блядь. Не езди поездом в 5-6, ей 3-3, ну... Дельный совет, Агап, дельный. Ну, у меня просто... А вдруг это не спринтерская отсечка была? Блять, а почему? О, господи. Не того защищаете, ё-моё. Да ты Кюнга защищать должен, ты дурачок, блин. Капец, пиздец. Все же не за поездами, все же пускай падение тогда возвращают. И прокол, ну проколы хотя бы падение больше, ну а чё? Они выключены, типа, в да. мультиплеере? Да. Можно вообще даже мораль отключить, блин. Ну тогда вообще не интересно будет. Не, ну мораль нет, это как добавляет интереса, да. А спринтерская осечка на каком километре? Ну-ка, дай-ка гляну. Надо посмотреть, на ком она будет. 137. 135. Это, короче, я понял. Это за сколько-то там до финиша будет, понятно. Примерно за 15. Блин, почему вот у Кюнга Acceleration, блин, не 73? Тогда можно было бы Кюнгом просто, блядь, атаковать, и все. Зато спринт у Кюнга 70. Я прям... Андрюха, молодец. Как-то вот в голову. Все-таки город. Блядь, ворон скоба. Взял.
А так сейчас получается в пилотоне самый сильный спринтер Варенскиольд остался, что ли? Нет, нет. Или кто-то еще есть, я что-то не могу. Трентин, смотри, Трентин остался. Трентин, он разве сильнее? Ну да, Трентин может. Стюин еще остался, как он бы. Стюин, я вижу, да. Но у меня у Ворон Скотта минус один, поэтому как бы я хрен его знает. Ну, конкуренция спринтерская небольшая, я смотрю. Ну да. Ну, он Трентин вообще в отрыве херачит, о чем речь. А он за этим поехал. Да, Андрюха, молодец. Ты две отсечки хорошо уделал меня. Бля, пиздец. Бля, мне кажется, француз меня просто сейчас затерет, но как бы... В принципе, прикрывающее колесо для Кюнга. Блин, как гонщики просто теряются в толпе, это жесть какая-то. Колесо теряет. Пиздец. Ну, у меня вот Воронскую просто, блядь, колесо. Колесо потерял, блядь. Прекрасно. Вообще пиздец, блядь. Я вот жду его, блядь, пока он вернется. А все пиздец, блядь, хуйня. У меня то, что говнится происходит. У меня просто Грегуар, блядь, все проебал, дебил, кусок, со своим пенсией. Ай, блядь, так пиздец нахуй, блядь. Я говорю, все, я заебался с этим поездами. Ну и что, и смысл, блядь, вот этого всего, блядь, я не... Везде второй я, короче. Один. Ну, один там выиграл. Ну, не везде, смысл, что ли? Ну, да. Этапы грустненькие какие-то. Нам ничего такого... Шибко интересного. Бля, итак, проблема в том... Альмейда, Эвенпул, Бена Коннор. Ух ты, третий Бена Коннор. Вот это, да. Рома дал прикурить. Тут по двое все многие. Я второй... О, Левачкова, я второй. Ага, по традиции выиграл спринтерскую. Короче, это... Ну, Рома сегодня больше всех очков, по-моему, нафигачил. Даже не по-моему, а точно. Mm-hmm. Еще и взял эту команду. Да, точно. Пошел я, короче. О, слушай, я второй не с пачком, как будто бы. Ну, Рома как-то до хера. Ну, не знаю, я вообще недоволен игрой.
И своей, и собой. И ПЦМом в частности. Так, ладненько, все, я спасибо за гонки, побегу.